Или тут его нет? А черт его знает, на самом деле я не помню. То, что помню с ловушек хренова гора, это да, это было. Вам обратите внимание, что мини-карта постоянно... Тут очень серьезная проблема в этой игре именно вот с автоматизмом. То, что странное построение всякий раз при заходе, когда они стоят скученно, блин. При каждой загрузке. Каждый раз мини-карта лезет поперек, значит, этого. Поперек тебя. А где он? В смысле? Это мне что, каждый раз возвращаться, что ли, к нему надо будет? Так, секундочку. Сани. Похоже на то. Стоп. Что-то я не догоняю. То есть я сейчас собрал эту штуку, и мне надо обратно пилить к нему в Neverwinter, и каждый раз за собранный мне вот так вот ходить туда-сюда, что ли? Но он больше не работает, у меня больше нет камушков. Или что? Это бред, если так. Это реально бред, это дичь. Если это так, то это самое тупое задание из всех, которые здесь просто есть. Надеюсь, что это не так. Ну, как бы, учитывая, что мне в некоторых случаях надо в Саргол возвращаться, туда-сюда бегать. И мне скажут, что типа вот ты собрал, иди обратно, говори, что он такой. Ой, как круто, найди еще один, пожалуйста. Okay, если это будет так, это ой, блин. Это ой, блин, без дураков. Давайте пошли, это задание тоже выполним. Тогда сейчас мы вернемся в крепость. Добежим до Neverwinter опять. Там все порешаем. А где все? Меня никто не атакует. Что это? О, это чудовищная шайка. Подкупить. Заплатить. Стой, сволочь. Так, нет, что-то не то. Так, подождите. У меня задание было поговорить с этими придурками. Больше как-то не знаю, чтобы попробовать какой-то разбойник, то стоите с ним на береге мечей. Вас своим руководитель. Окей. Кто-нибудь что-нибудь понял? Я что-то не очень. Вроде разбойники были. Это были разбойники. Я им дал денег. Они меня ни с кем не представили. Или мне просто теперь надо всем, что ли, деньги давать? Нифига себе. Жирно будет, знаете ли. Огр Страж, Варк. Видите вашего вождя. Дань, можешь пройти, только ничего не трогай. Надо сохраниться. Кстати, вроде автосейв прошел, что меня неисказанно радует. Что тут все-таки есть? Варк? Гарр, сказал Варк. Дань. Огр, повелитель зверей. Тролль. Привет. Не трогай моих щенков, они кусаются. Ну ладно, не буду. Я так-то хотел поговорить с тобой, думал, может, ты что-то интересное расскажешь. Огр. Проваливай, хиляк. А в глаз? Огр, 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 огр. Тролль, 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 тролль. Ящик, 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 ящик.
Так, на всякий случай, а то знаю я этих огров. Сейчас что-нибудь своруешь сразу. А-а-а! В атаку! Насака обокрал! Вы знаете, похоже, нет. Так, золото, серебро, аптечка плюс 6. Это тебе. Барабан. Кстати, по поводу комплекта ловушек. А ну-ка, отдай. Да-да. Запчасти от ловушки, которую мы разыскали. Ладно. Знаете, как он бежит с этим щитом? Такое ощущение, что он смотрит в щит. И вообще ничего физически видеть не может. Давайте поговорим с этим дятлом. Огар, огар, тролль. А с кем тут разговаривать-то? Алло. Тролль. А, о. Тука Акут. Хрена себе, какая няша. Фальшивая стена. Сейчас проверим, что за фальшивая стена. Сейчас узнаем. Ну-ка, давай. Yep. Yes. Да. Да. Тролль-священник. Вау. Так. Ты стой тут. Okay, everybody, fall in. I'll show you the way. Ты стой тут. Ты тоже давай сюда на всякий случай. Is there something you wish? Нет, ты стой здесь. What is your will? А вот тебя мы подтянем вот сюда. Ну, что-то мне подсказывает, что сейчас может быть драка, поэтому я их как-то заранее расставляю на всякий пожарный. Чем ты пришел сюда, принес нам плату? Хм. Запомни меня, платы не будет. Ты оскорбляешь меня своим требованием, должен извиниться немедленно. Мы извиняемся за ошибку. Эй, только испугал слабака, никакой он не ваш. Заткнись ты, так не разговаривают. Сейчас я заткну тебя. Ты нас посрамил, опозорил, ты за это заплатишь. А, вот так, да? Ну вот. Ваше грозное присутствие умолило Тука Акута в глазах у приспешников, и они стали драться друг с другом. Естественно, Тука Акут винит за вас, но вам важно лишь то, что убить. А, то есть они... О, красиво сейчас было. Не хрюкай. Красивая штука. Тука Акут. Там кто-то рычит. Одно из двух. Либо там кто-то дерется.
Че он с рис пешком ходит? Рис. Yep. Yeah. Yes. Yes. Yep. Yeah. Yes. Ты чего, эй? Ты бег, что ли, разучился? Или ты перегружена? Что происходит? А, тебя понизили. Фига себе, тебя дебафнули. Лихо. Ну ладно. Минуточку. Назад. Кровь тролля. Кольцо высшей сопротивляемости кислоте. Ух ты. Защита плюс 2. Огненный опал. Хорошо. А ключ мы так и не нашли, да? Интересное кино. Высшей сопротивляемости кислоте. На кислоте, да? Хм. Okay. Yes. А вообще, нафига оно мне? Yep. У тебя что где-то? Кольцо пряток. Yes. Вот, на, держи кольцо защиты, okay. Пусть все будет. Yes. Так. Ключ мы так и не нашли, ребят. Вот ведь как интересно. Хм. На этой местности отдыхать нельзя. Вопрос, а где ж тогда ключ? Фу, блин, ну все-таки свалили. Где вы там, алло? Ты дрянь, ты такая! Да что ж ты опять стоишь-то, овца ты тупорылая! Блин, ты смотри, ну она опять стоит, ничего не делает! Ты чё, а? Что с тобой не так? Ты дура, блин! Колдуй ты уже, а! Каждый опять стоит, блин, смотрит! Огонь! Так, чё не так с этими троллями, я не понимаю, алло! Так и зарубили. Это что, шутка? Ой, блин, а. Я не понимаю, что за бред. Но она опять стояла, блин, как сопли жевала там где-то сзади. Всю атаку в итоге крит. Два крита, и я покойник, блин. Ой, ребят, вы опять здесь все скопились кучкой, блин. Молодцы, да. Ребят, идите сюда, пожалуйста. Ребят, идите сюда, блин, ну чё вы там встали, а? Ты твой в корень. Ну а как по-другому-то? Обман, просто преследование. Запугивание.
Так лучше. Огонь их хорошо пробивает. А вот именно все остальное не ахти. Скажите. Ага, ладно. Скажем. Так, этот пропал. Все равно не помогает, несмотря на все, так сказать, мои сопротивлялки, бестолку, то есть мой воин продолжает оставаться. Ну я, видите, я вот вручь, я вот зря гладиатором сделал, блин. Надо было по-другому. Так. Раскидаем все камушки. Так, кольцо защиты, кислоту продадим. Yep. Yes. А у меня, кстати, что? Сопротивляемости 3. Ага, ясно. В смысле? А, сорян. Не туда. Не то, не туда. Так. Ключ вождя. В смысле, подождите, а вот же. Совершенно неприметно. Видимо, он. Или вроде двери сундука. А. Искусственная скважина. А, механизм должен быть. О, как. Управляющий механизм. Ха. Интересное кино. А какой механизм? Кто здесь видит что-то подсвеченное? Ха, знакомые все лица. Где-то эту картину видел. Управляющий механизм. Ха! Вот все раз. Ну пошли поищем. Управляющий механизм. Мне вообще как-то очень плохо сопротивляется крит-ударам. Ириса опять стоит. Риска, как ты меня бесишь, а? Yes. Управляющий механизм. Кто-нибудь помнит хоть что-то про хоть какой-то механизм, чтобы мы здесь видели? Вообще, по-моему, ничего не было. Даже близко. А у них все неплохо с золотом, я вам скажу. Хм, странно, механизм. Тука.
Тики-така. Дети орут на улице. Так, стрелы, стрелы. Получите, распишитесь. Все вам. Где-то должен быть механизм. Механизм. Ну просто сходу, блин, снесли! Да цепись-то от меня, блин! Ты что, что делает, а? Бум-бум-бум, все, вообще не сопротивляется этой атаке, блин. На кой черт я ему этот щит вообще дал, блин? Ариса даже не принимает участие в этом. Зачем ей эта херня, блин, а? Слушай, я не знаю, что с тобой. Ну серьезно, что с ней делать? Как ее заставить их атаковать, а? Кто мне объяснит, что у нее в поведении не прописано? Поведение. Ну что надо сделать, чтобы она, блин, я не знаю, чтобы она дралась, черт побери. Что? Защита лидера. Вкл! Что ж такое? Почему она никогда это? Предметов, лечебный свет, способности, да. Боевых режимов, да. Призыв, да. Превращение, да. Такого оружия. Это фамильяра откол. Я правда не понимаю. Я не понимаю, ну она не просто прекращает атаковать и все, блин. Типа это. Не для тебя моя роща цвела, блин. Ого. Механизм, который должен это открывать. Механизм. Кто-нибудь видит хоть какой-то механизм хоть где-то? Это выход, все. Я ничего не понимаю. Как эту дверь открыть? Нужен какой-то механизм. Какой механизм? Вообще ничего нет. Даже намека, ну, хоть на место на какое-то, где бы этот механизм мог находиться. Единственная какая штука, которая... Блин, может, кто-то что-то подобрал? Сейчас посмотрим. Пятный топор в топку, доспехи и шкур туда же. Какая сумка нахрен. Доспехи и шкур. Три. Да, фигня это все. Нет, здесь ничего такого нет. Главное, ключ вождя у нас есть. Но дверь не открывается, потому что нужен какой-то механизм. На карте нет вообще ничего.
То есть ни намека, ни на какие механизмы или еще хоть на что-то. Ничего скрыто, та же, как ее, господи. Как тебя зовут? Забыл. Она ничего не видит. Ничего не подсвечивается. Хм. Не, на что здесь ничего и ни на чего не наводится. Ничего не подсвечивается. Лин, ты ничего не видишь? Что тут сбоку что-то есть? Главное, нужен механизм. Что? Где? Да ты гонишь! Yes. Серьезно? Yep. То есть пока я ей не включил... Yes. Интересно. Okay. То есть, а в режиме, значит, просто прохода она не видела его. Интересное кино. Сейчас как бахнет? Хм. Yes. Нафига тогда ключ вождя нужен? Да. Это очень странно. Okay, everybody, fall in. Yes. Интересное дело. Так, боевой топор плюс один. Идет лесом. Короткий лук плюс 2 туда же. Легкий щит туда же. Воскрешение туда же. Ну, в общем-то, нафиг это было. Не особо-то это было нужно, да? Ну ладно, чё. Разобрались. Но я, по-моему, с этим щитом хернёй страдаю. Ну, потому что у меня же двуручник. Именно. У меня двуручник. Нафига мне щит? Я же специально гладиатора двуручника качал. То есть у меня навыки на двуручное все вот это вот. Так что зря я этот щит купил. Зря я так деньги потратил. Нет, щит пусть будет. Я его, может, потом этому паладину нашему отдам. Он же со щитом бегает. Кстати, да, вариант. Так, изучить. Это у нас рубящее среднее, да? Малый клык. Маленькое. 1d4 крошечное. Плюс 2. Колющее 1d6. Давай-ка мы лучше. Вот так. +4, +14. Да, пожалуй, вот так вот. Рубящий и колющий. Нормально. Просто, если бы я хотел щита, то надо было соответствующего воина или вообще гнома брать щитоносца. Но да, они бы со щитом от души, как говорится, развлекались. А так нет. Смысл тогда я брал все это владение двуручным оружием, защита с двуручным оружием и так далее. На кой черт тогда это было все надо? Поглощение урона, да, прикольная штука. Я говорю, варвару бы щит прокачать, ношение щитов. В принципе... сюда иди. Бу. Что-то пока не очень понятно по поводу подкупа. Кого тут подкупать? О! Стой!
Все-таки сбивание с ног отличная вещь. Особенно когда она работает. Насчет подкупа бандитов пока не очень понятно. Потому что отдавать свои кровные, ну я не знаю, это как-то странно. То есть подкупите бандитов. Что значит подкупите? Okay. Так, давайте-ка здесь прогуляемся. Тут явно тоже ведь какой-то. Кто там? Ай. Чудовищная шайка. Сюда иди. Разумеется, вступить в бой. Халявный, понимаешь, мордобойчик. Бесит, что еще это сбивание с ног не всегда срабатывает, блин. А, мои, значит, там стояли в это время, да? Да вы чё все за мной-то бежите, блин? Успокойтесь, алё! Блин, я не знаю, все на меня сагрились. Да. Чё-то как-то... Чё-то как-то, ребят... Прям нас это... Как бы это сказать? Отымели нас только что. Причем с учетом этих серых плащей, которые вообще из себя ничего не представляют. Что я их до войны с этим королем ночи тренировал, деньги на все это тратил, блин. Развивал, блин, это всю эту херню. И что в итоге получилось? Один сержант при смерти остался, блин. Еле выживший. Че? Сказать ничего не хочешь, морда? Хотя я вылечить-то не могу. Ну, извиняй. Да. Так, что, время еще не наступило, алло? Подождите, сколько я играю? Что-то, по-моему, я уже лишка... Или... Или нет? Или да? Секундочку. В общем, я уже тут целый час, оказывается, наиграл. Я что-то с будильником налажал, блин. Не то время поставил. Ладно, тогда сейчас устроим перекурчик небольшой. Okay, everybody, fall in. I'll show you the way. Yes. Да. Давайте устроим перекур во всех смыслах и потом продолжим.